Всем доброе время суток, с вами Светлана. Вот пришла мне пакетик с семенами из Аргомаркета. Здесь ничего на них не написано. Сейчас вот разрежем и посмотрим. Должно быть пепино консуэла. Ага, вот смотрите. Вот он, Аргомаркет, ага. Я уже брала у них саженцы. Хурму заказывала. Вот три пачечки заказывала. Довольно дорого. 35 гривен одна пачечка, один пакетик с семенами. Сейчас посмотрим. Ампулки, я вижу, здесь нету. Здесь пакетики маленькие, наверное. Ну да, конечно. Вот пакетики, боже, семян здесь их и не видно. Взяла, вот хочу их рассмотреть. Специально салфеточку намочила, чтобы они не подскакивали сухие по сторонам. Завтра я их замочу в фитоспорине на 1 час или марганцовочке. Потом заверну их в пеленки наши. Вот такие вот потом заверну. Пеленки или ракушки, или эти. Улитки, как их называют. Если они хоть есть, интересно. Кошмар. Ой, какой кошмар, эти семена, мои котенькие. Их здесь, товарищи, не 5, 4 штучки всего лишь навсего. Где они вообще у меня есть? Там одна застряла где-то тут. Вот она. Вот смотрите. 4 штучечки. 35 гривен. Ну да, вообще. Но я даже сомневаюсь, что я смогу их вырастить. Они вообще у нас не растут. Вот 4 семечки там. Вот такие вот. Смотрите. Так, что про него хоть написано? Написано, что похоже на грушу по вкусу, на дыню. Масса 200 или 700 грамм. Желто-оранжевого цвета, с сиреневыми полосками, сиреневыми вот такими полосочками. Мякоть зрелого плода кисло-сладкая, очень сочная и вкусная, ароматная, как дыня. Завтра их замочу на часик в марганцовочке или фитоспорине. Им надо температуру под... И эти семена надо, должны прорастать при температуре 28-26 градусов. Отмочила я семена пепина час в марганцовочке. Сейчас хочу вот земельку посадить штук 5, ну, чтобы они набухали. Так. Потому что не знаю, что пеленки. Нигде не написано, что пеленки надо. Как же мне эти семена взять? Они какие-то пустые, эти семена. Еще и дорогущие, еще какие-то пустые. Так, чуть-чуть только сверху. Раз. Четыре штучки, все хватит. Четыре. Все вот так сверху. А эти мы сейчас замотаем, подправим их. Так, ну все, эти я опять замотаю вот так. Поставлю сейчас стаканчик с водичкой в теплое место. Так, вот так сейчас я их резиночкой завяжу. Понятное дело. А эти я возьму еще так побрызгаю все. Хорошо. И тоже одену вот целлофанчик такой. И под резиночку. Вот так вот.
Вот, накрыла зимний, смотрите, целлофановым пакетиком, чтобы оно не испарялось, была влага здесь. Поставить теплое место на батарейку. А это, что я завернула, вот такую пленочку, такую вот улиточку, я накрыла стаканчик с водичкой, немножко водички, и накрыла тоже целлофанчиком. И тоже резиночкой прижала, чтобы она не пересыхала, испарялась влага. Так она будет стоять, и они будут им тепленькой, влажно должны проклюнуться семена.